искусство что делать? Складывать коврики из крашеных опилок. Складывание ковриков из крашеных опилок. Искусство такое было, представляешь? Складывание ковриков из крашеных опилок. Вообще, мы сейчас идем... Я знаю, я тюремный экскурсовед. Сейчас мы туда... А, вот это? Да. О. И они здесь скачут, да? Они здесь... Это манеж? Любят друг друга. Да, это случной манеж. Вот это горочка. Случной? Случной, да. Случка. Ну, горочка, так, для подборок габаритов. Кто-то маленький, кто-то высокий, кто-то низкий. Горочка, с горочкой там по-разному. А это здесь, чтобы нарядно было, да? Да, это вот, ну, здесь... Романтическое. И международные экскурсии ходили просто толпами. И было везде вот так, везде было красиво. Сейчас забросили. Подождите, то есть это было раньше? Ну, да, было раньше. То есть весь пол был вот так тоже? Не совсем весь, но вот, ну, много было так. Много было так. А это последний, когда сделан этот рисунок? Я не знаю, когда он сделал. Ну, когда-то сделал. А там такое же, да? То же самое. Нет, там просто, я не знаю, есть там коврик, может быть, есть. Да, есть какие-то цветочки. Еще цветочек тут, по-моему, цветочек. Вот так вот. Становишься здесь, и тебя случается. Случайно. Хорошо, что ты не камбул, да? Вот, и тоже такой случайный. Он красивый цветочек. Здесь два цветочка. Вот эти цветочки делают из крашеных опилок. Крашеные опилки. Такое искусство было здесь очень развито и вот распространено на этой конюшне, коне, ну, заводе конном Орловском. И вот еще. Вот, а это вот наши туристы. Здравствуйте.